Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Передо мной находится устройство Nokia G11. И сейчас я покажу вам, как поменять рингтоны на данном устройстве. Для этого мы открываем приложение «Настройки», после чего проходим в раздел «Звук». И здесь находим рингтон для симки номер 1. Здесь мы можем выбрать из того, что нам предлагается, а также нажать «Добавить рингтон» и выбрать из своей музыки, если она у вас есть. И то же самое мы можем проделать для симки номер 2. Нажав на дополнительное, здесь у нас будет рингтон для симки номер 2, и все в таком же роде. Здесь мы можем выбрать из того, что нам предлагается, либо нажать «Добавить рингтон» и установить свою какую-то песенку. Вот и все. Спасибо за просмотры. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.